Кражи велосипедов – один из сезонных видов преступлений, характерный для теплого времени года. 33-летний ранее судимый горожанин в настоящее время отбывает наказание, осужденный по ряду эпизодов на 3,5 года лишения свободы. Он скрывал подвалы городских домов, взламывал кладовки. Среди его добычи были 2 велосипеда. Полицейские просят людей проявлять заботу о сохранности своего имущества. Нередко злоумышленники дожидаются жильцов, чтобы вслед за ними пройти в подъезд, оснащенные домофоном, либо звонят случайно в выбранную квартиру и просят открыть подъезд. Представляются работниками коммунальных служб. Полицейские напоминают, что использование надежных замков и установка жильцами видеонаблюдения в подъездах и на придомовых территориях снижают риск имущественных преступлений и увеличивают шанс их скорейшего раскрытия. Всего с начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 32 кражи велосипедов, из них 11 в районах области.